Так, девчонки, всем привет! Про голосовые сообщения. Как их добавить? Вы все есть у меня в друзьях. Если нет, добавляйтесь. Заходите на мою страницу, да? Ищите мою музыку. 23 аудио. И вот первое сообщение, второе сообщение. Вы их добавляете к себе, в музыку. Как это выглядит? Например, вы Тамана Абакумова. Я захожу к Ане, вы заходите ко мне. 14 аудио, вот они. Вот плюсик, добавить в мою музыку, вы добавляете. Вот сюда нажимаете на три точки, добавить в мою музыку. И у вас будет в вашей музыке эти два сообщения. Все. Потом заходите, скрепка, музыка, и добавляете первое сообщение о работе, когда вам надо, и когда надо, второе сообщение о работе. Все, вообще ничего сложного нету.